Это лай посторонней собаки. Немецкая овчарка, обученная поиску наркотических веществ, голоса не подает, ведет себя тихо. Специалист-кинолог, он сразу же поймет, что собака что-то учуяла, что-то обнаружила. Просто начинает вокруг этого места ходить. Ну, в частности, вот это активное поведение его выдает, что что-то обнаружено, какое-то вещество. Служебный пес на посту ежедневно. Опасные находки у него случаются ежемесячно, 3-4 раза минимум. Буквально на днях хвостатый полицейский вновь сработал на славу прямо здесь, на станции Ульяновск-Центральный. Наркотики были выявлены. С поезда сняли пассажира. У него с собой находился кокаин. И вот он у нас выявлен. Кокаин весом более 9 граммов нашли в кармане у 47-летнего ульяновца. Задержанный сообщил, что приобрел наркотик для личного потребления. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. За проявленную бдительность полицейский Рой удостоился благодарственной записи в послужной список. Вкусного обеда и любимой палки для игр. Это для собаки лучшее поощрение. Коллега Роя, бельгийская овчарка Кира, предпочитает мячик. Нет. Да. Ай, молодец, хорошо. В отличие от Роя, Кира заточена на обнаружение взрывчатых веществ. Пороха и пластида, тротила и гексогена. Тренироваться начала с годовалого возраста. Сначала кинолог обучил ее простым командам. Сидеть, лежать, рядом. И элементарному послушанию. Вокруг. Вокруг. Ну, вокруг. Кира, вокруг. Затем пара, человек и собака, 4 месяца находились в спецшколе в Тюмени. Все дисциплины Кира сдала на отлично и легко получила доступ к работе повышенной сложности. Ее функционал сейчас – обеспечение безопасности в местах повышенного скопления людей, на городских праздниках и спортивных мероприятиях. Бывает, что нам привозят на идентификацию порох, там, допустим, собака, да, вот как бы обозначает, определяет, показывает, что это взрывчатое вещество. Делает обозначение замирания. Ищи. Хорошо, молодец. Хорошо. Иди сюда. Хорошо, молодец, девочка. Средний срок службы таких собак – 8 лет. Вырастить и обучить – тяжелый труд, и поэтому каждое животное – уникум на вес золота. Да и кинологов в Ульяновске мало, тогда как сложных задач, диктуемых временем, все больше. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73.